Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть «Растения против зомби 2». Ну что ж, надеюсь, ты счастлив, братишка, также тащи всякие вкусняшки, что у тебя есть. Мы с тобой продолжаем играть, и, блин, просто офигенно, друзья, потому что скоро мы все закончим. Но не переживай, потому что, как ты знаешь, у нас дофига игр. В принципе, вам понравилось. Конечно, не супер так, да, вот я... посмотрел, вот сравнил, например, первую часть, да, «Растения против зомби». Сейчас мы с тобой поговорим и начнем. Ты пока можешь на фоне меня включить, чтобы из колоночек играл, а не из наушников. И сходить, например, на кухню, что-нибудь там притащить, какие-нибудь вкусняшки. Но если ты дома один, конечно же, а то вдруг там бабушка или мама услышит, блин, какой-то бормот там на заднем плане, что-то, блин, говорит. Непонятно, что-то втирает какую-то дичь. Короче, ладно, слушай. Бро, смотри, я вот сравнил, конечно, «Растения против зомби 1», первая часть, да, и вот сейчас новая игрушка вышла, она офигенна, она действительно, ну, 3D, вот «Садовая война», скажем, третья часть, «Битва за Нейборвиль», она крутая, мне очень понравилась, в нее много играют, но, блин, вы как-то не особо, конечно, полюбили, то есть все-таки вот эта вот первая часть, ну, как-то сравнивать все равно... Шутер, да, и вот это вот. Но все равно там как-то как шутер считается вот эта игра. Этот Tower Defense. Ну, я тебе скажу, обрадую тебя. У нас скоро впереди китайская часть. Это первая. Это первая китайская часть. Второй части вот этой вот. Так что там много растений, там много новых... Ну, не буду говорить много, потому что там два новых мира всего. Но там много новых зомби, много всяких растений, и это очень круто. Вторая хорошая новость. К первой части я обязательно буду играть в модификации. Уже скоро, друзья. Вот сейчас вот это закончится, и мы с тобой вообще там, я не знаю, наш канал, можно сказать, по... Просто... Слово, друзья, блин, забыл с головы вот это вот... Как-то, короче, не потрясно, а как же. Повязнем там в растениях против зомби, очень много. И еще третья новость офигенная. Я нашел модификацию, проект. Вот именно для второй части. Какой-то вот усложненный, тоже крутой. Там тоже какие-то, по-моему, из первой части растения. Это очень круто. Если вы, друзья... Нашли какие-то модификации ко второй части, то есть есть те, кто действительно модифицирует, что-то добавляют уровни, хардкорнее делают, режимы там всякие различные. Обязательно в личку мне скидывайте, в ВК там будет у меня ссылочка. В общем, надеюсь, ты поставил лайкос, бро, очень-очень надеюсь, а также подписался на канал, если ты тут впервые. Задачи на 13 уровне, мое любимое, кстати, число. Не имейте на поле более 16 растений одновременно. Это плохо, блин. Так... Давай посмотрим, что мы с тобой надо О, господи, производить-то сколько. Шары мне очень-очень понравились, но надо как-то все-таки... Так, электрокамыш, репка. Я вот привык вот именно вот этой командой играть. Сейчас, чеснок мы с тобой убираем. Мы берем... Давай, первобытный подсолнух и будет у нас все на мази. Итак, сразу, слава богу, они, смотри, нам 10, правда, осталось растений, это не очень хорошо. Сейчас посмотрим, как это пойдет, конечно. Так, пока расставляем. Блин, этот засранец уже появляется, шноркель, или как его там зовут. Он сильный. Сильный засранец. Так. Все, 4 хватит. 4 хватит нам. О, это считается за растение, прикинь. Ах ты ж, блин. Блинский. Короче, я понял, чуваки. Я понял, что плохо. Немного сейчас будет нам... Надо как-то проставлять сейчас вот этих вот. Так, пока у нас тут все начинается, конечно. А, она, кстати, не применяется. Она применяется... А на чем? А
А, нельзя, вообще нельзя посадить на воде, зачем мы ее брали, да? Спросишь ты меня, я скажу, да, действительно, на кой фиг? Так, хорошо. Осталось два. Так, давай, боулинг-клуб открывается открытым, пацаны. Так, все, отлично, здесь этот есть. Придется нам вот именно вот так вот работать. Да, вот так вот делаем. Заряжаем. Отлично, вовремя. Отличненько. А что я не могу? Обидненько как-то. Когда волна, я смотри, я не могу ставить их. Офигеть. Бивисы и батхеды пошли, блин, тут. Так. Отличненько. Так, выбегают, выбегают на дорожку, гады. Есть. Так, принцесса, убегай. Так, пока поставим мы эту штуку. Давай, пусть немного помочь. Так, так, а, так это последняя, офигеть! Но мы профукали с тобой одну. Ну, жалко, конечно, но... Нифига себе нам повезло. Стой, не повезло, немного не повезло. Нам же надо сейчас... Блин. Блинский. Тихо, 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 пацаны. Стоп, 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 чуваки, блин. Производи, производи, быстрее, солнышки, мы же сейчас профукаем. Стоп, 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 усиливаем, усиливаем защиту, отлично, 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 офигеть, смотри, смотри, что мы вообще мутим. Все! Фу. Капец. Офигеть. Ну мы с тобой вообще хитрые черты, конечно. Смогли, смогли, между прочим, но жестко, жестко, друзья. Откройте Гуакадила, блин, я бы так его сегодня хотел открыть, на самом деле, но... Короче, впереди у нас вот столько, дофига, так что надеюсь, ты меня поддержишь, бро. Не забывай ставить лайкосики, серьезно, у нас с тобой дофига еще, просто дофигища растений против зомби. Также еще садовая война. Первая, вторая. Ну, в первой, по-моему, там нету. Как я знаю. Так, нам дают зубастика. Здорово. Чомпер. Так, давай аккуратно. В первой нет, по-моему, сюжетки, а во второй он есть. Поэтому... Так, пока давай побудь здесь, пока я расставляю наших братишек. Так, можем, конечно, его поставить, но пока не. Не надо. Что вот таких вот. Так. Попробуем здесь поставить его, ну-ка. Ля, раз. И еще надо, конечно, вот такое вот ставить. Кстати, тоже неплохая, неплохая такая тактика. Так, есть. Давай потихоньку, потихоньку, давай мотай. Этого давай. Оп. Отличненько. Блин, там этот почапал. Гаденыш.
Надеюсь, его... Да, его укокошили, отлично. Есть. Тихо! Капец, гад. Хорошо, хоть мы так с тобой сделали. Так, большая волна зомби. Активизируется. Давай. Ты чё, блин, гад? Ну-ка, засосать его. Здесь проблемка, здесь маленькая проблемка, пацаны. Вот, вот такая вот, да, не очень хорошая, как бы. Блин, мы с тобой потеряли, офигеть, вот гад. Офигеть, так. Тут по-любому, друзья, надо начать заново. Ни в какую, просто ни в какую, как ты видишь. Не получится так. Ой, прошу прощения, блин, ребята, вот сори, я вот так вот забыл сделать, да. Не знаю, ты заметил, не заметил. Короче, немного растянут был экран, ну ладно. Надеюсь, ты не заметил. Там вон вот так вот был. Видишь, в чем проблема? Ну ладно. Хоть сейчас заметил. Это из-за того, что, блин... Ну, в общем, ладно, забей. Да я писайка, я записывал, а там надо растягивать его. Во как. Так, пусть идет. Пусть чувак идет, реально. Пусть идет. Так, я вот думаю, как же лучше... Что делать? Луковички эти... Ля, просто офигеть, видел? Как круто сейчас было. Так, надо как-то этих поставить, чтоб прям... Очень важно. Пусть они идут. Так. Раз... Так, норм. Блин. Ну ничего. Давай, хавай его. О, вообще четко. Так, мы с тобой пока, видишь, как-то устраиваем тут. Ну так. Так, давай. Хавай. Раз. Оп. Отличненько. Почти все защитили. Так. Е! А вот тут вот, к сожалению... Е! Слушай, зубастики вообще творят, чё, смотри. Совсем по-другому пошло, правильно? Зубастики сила. Давай-ка зубастиков просто понаставим сейчас пока. Потому что я знаю, что сейчас, блин, из воды вылезут эти гады. Пофиг на эту луковку. Давай, отдавай мне. Так, эти гады, видишь, что творят? Отлив. Минус. Отлично. Копим.
Блин, он не сумел. Стоп, стоять. Стоямба. Пацаны, тихо. Блин. Блин, плохо. Вы давайте, солнышки, чуть-чуть еще. Блин, все, пошла она. Да как? Офигеть, почему? Обидно, пацаны. И там еще Гаргантюа! Ужас! Во, как он только сделал максимум. Жалко, обидно. Вот это жестко, да. Вот это жестко, действительно, блин. Капец, он просто прорвался. Офигеть, они нам... Они нам получается... Офигеть, ни одной не оставили. Это жестко, это реально жестко сейчас было. Жестко, очень жестко. А я говорю, скоро будут модификации, вот там есть как-то проект, я не помню, как он называется, вот именно для растений против зомби 2, но там очень жестко все будет, еще в два раза больше. Я не знаю, на что я себя обрекаю, но... Братишки, ради вас мы с тобой много чего пройдем. Конечно, вот не идеально пройдено. Да, согласись, как бы не идеально, но прошли. Итак, защитите растения, находящиеся в опасности. Итак, друзья, что мы с тобой будем сейчас делать? Давай подумаем как-нибудь так поинтересней, что-нибудь сделаем. Электро, конечно, прикольное, можно 3 стрела взять, да, чтобы он, ну, мега вообще там крушил их налево-направо, но мне он слишком развит. Прокачан хорошо. Сейчас я подумаю, погодите, друзья. Во-первых, репу нафиг не нужна она мне уже. Это действительно от нее толку сейчас никакого. Есть у нас... Так, цитрон. Цитрон неплохо подходит, но стоит очень дорого. Если даже, блин, боулинговые луковицы, они очень... Так, дай-ка погляжу. Ага, мы можем боулинговые луковицы поставить на второй ряд. Обычных горохострелов также еще можно взять вообще, по идее-то, друзья. Так, стенорех. Можно взять, но слишком мало места. Вот в чем проблемка-то у нас заключается в основном. Так. Можно взять стручок гороха. И, кстати, неплохо было бы. Давай попробуем. Я его... Так, сейчас насчет орехов. Насчет орехов, пацаны, надо как-то подумать. Работяга, да, у нас тут есть. Может нам взять вот этого нам, первобытный стенорех. Вместо бесконечного. Он очень быстро, потому что появляется. Давай его. Давай. Сейчас мы с тобой протестируем все. Итак, сажайте. Начинаем. Получается, надо, чтобы ни одна не взорвалась, прикинь. Это капец. Просто. Ну, давай. Нам надо 4 волны. Офигеть. Так. Давай, распределяем качественно. Начинаем потихонечку ставить.
Так, есть. Так, теперь пора защиту. Ну, это понятно. В смысле? А почему она не затянула? Я даже на нее не посмотрел. А почему она не затянула, чуваки? Прикол. Погнали. Быстренько, просто быстренько, молниеносно, друзья, надо ставить. Так, сюда вот ставим. Отлично. Не профукиваем. Куда-нибудь можно также. Ага, отлично. Есть. 4. 4 хватит, друзья. Не, лучше 5. Так, давай 5 ставим. Отлично. На. Ставим дальше наших дорогих камушков. Потихонечку так вот. И надо важно, вот стручочек пока ставим. Так, пошло-поехало. Пацаны, пацаны. Аккуратней вы. Пам-пара-пара-пара-пара-пам. Та-та-ра-та-та-та-та-ра-та-ра-та. Та-та-ра-та-ра-та. Так, надо уже прокачивать. Надо хотя бы везде по одной иметь, чтобы был, ну ты сам понимаешь. Так, волна там. Наступают. Наступают, гаденыши. Так, чуваки, вот это я забираю. Так, есть. Есть. Отлично. Смотрим, где наши бойцы ранены. И начинаем их заживлять. Так, все. Теперь главное усиливать их, и все. Чем больше, тем лучше, ребят. Так, думаю, знаешь, как лучше применить? Вот так вот. Вот так вот делаем. Так, вот тебе орешек. Для тебя special for you. Итак, видишь, в чем проблема? Блин, я орех-то поставил, а сначала надо эту ставить. Видишь, в чем проблема? В чем беда? Так, пацаны. Лови, чтоб не подходили. Так, норм. Давай, 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 усиливаем, 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 чуваки. Чтоб 5 был. Ну слушай, тактика хорошая. Так, стоямба. Смотрим, где у нас что происходит. Итак, тихо. Быстрее, надо контролировать всю ситуацию. Situation. Control it. Стоп! Фу, это вообще капец сейчас был. Видел, жесткий капец. Офигеть!
Это жестко, чуваки, было сейчас. То есть мы почти с тобой прошли, вот такая вот задница. Так, ну хорошо. Так. Надо как-то придумать, чтобы серферы, эти гады, блин, не попадали. Так. Давай, быстренько ускоряем все это. Офигеть, ну я в шоке, честно, блин. Что он так пошел к нам, это пипец. Жесткач. Так. Так, норм. Так, есть. Значит, надо быстрее, блин, все это делать. Иначе мы сейчас тут проигрывать будем. Стоп, стоп, стоп! Отмена, отмена, отмена быстроты. Слишком быстро. Так, есть, есть, есть. Выстояли. Да блин, я не успел, 50 не хватило. Блин, гаденыш, а. Пипец. Да... Капец, капец, друзья, надо здесь как-то нам постараться будет. Фу, вот это задница. Хотел хардкора? Получай. Получай просто, офигеть. Ну, ладно, мы с тобой в следующий раз обязательно это пройдем. Надеюсь, блин, братишка, ты поставишь лайкосик, потому что сегодня, блин, получается 5 аж видосов. Ну, ты сам понимаешь, это жестко. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайкосик. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.